Добрый день, друзья мои! В лицах зрелых женщин есть особая красота и прелесть. Важно подчеркнуть ее. И сегодня мы поговорим о двух приемах, которые хорошо дополняют друг друга, создают красивое обрамление для прекрасных женщин возраста и элегантности. Это цвета и современные украшения. Вы замечали, как много тусклых, невыразительных тонов в одежде взрослых женщин, особенно в холодное время года? Или наоборот, слишком ярких, кричащих, которые затмевают самих женщин? И вот в этом видео я показала, как можно хрупкую, нежную красоту зрелой женщины подчеркнуть фактурой, например, слегка блестящей фактурой шелка, правильными тонами, которые ее не будут затмевать, и нежными перламутровыми украшениями. Это может быть жемчуг, перламутр современного дизайна. Не скрою, второй целью этого видео, а может быть главной, было показать вам красивых женщин, просто красоту и поднять вам настроение. Важно также на позитивных примерах проявления вкуса, изысканности тренировать свою насмотренность. Посмотрите, как умело подчеркивает все достоинства своей внешности Анна. Это зрительница нашего канала из Германии. Легкий блеск ткани, современные украшения, современного дизайна аксессуары. И она прелестно выглядит вот в этих тонах. Они ей очень подходят. Не всем подойдет этот стиль, безусловно. И не обязательно быть блондинкой, кстати. Но примерить мысленно на себя, оценить свой гардероб с точки зрения преобладания тонов. Может быть, в них слишком много ярких тонов, а может быть, наоборот, слишком практичных и тусклых. И в следующий раз обратить свое внимание на более светлые, но не те пастельные тона, которые слишком яркие, а более сдержанные, более сложные оттенки. Это могут быть слегка розовые, вот такие сочетания серого, но не такого мрачного, а светлого. И украшения, обязательно украшения. К счастью, их можно купить очень недорого.
Сейчас мы с вами посмотрим проявление растяжки цвета. Вот эта женщина яркая, мы видим, да? У нее яркие тона. Эта женщина более хрупкая и более взрослая. У нее другая гамма, но это один и тот же цвет. И совсем бледный оттенок этого же цвета. Не обращаем внимания на юное лицо модели, нам главное было понять идею. Украшение может быть одно, но правильное, современного дизайна. Как, например, у этой молодой женщины-блогера. Давайте внимательно рассмотрим ее образы. Посмотрите, какое изысканное сочетание цветов. Сложный очень цвет на летнем пальто. И обращаем внимание на вот это вот одно украшение, которое присутствует почти во всех ее образах. В зависимости от своего цветотипа вы можете выбирать холодные оттенки или теплые оттенки, как вот это блогер из Германии. И смотрим на аксессуары, на украшения, на все компоненты образа. Нет случайных деталей, все вместе это создает образ. Посмотрите, как фактура бархата очень хорошо, очень выигрышно подчеркивает красоту этой зрелой дамы. Я думаю, ей не менее 60. Посмотрите, как изысканно она выглядит.
очень изысканное сочетание бледно-голубого цвета и карамельного. Великолепно выглядит. Дорогие мои, напишите в комментариях, удалось ли мне вам поднять настроение, захотелось ли вам посмотреть по-новому на свой гардероб и в следующий раз, может быть, обратить внимание на другую цветовую гамму, а не на привычные для вас тона. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Если вы посмотрите рекламу, будет просто очень здорово. Огромное спасибо всем вам, кто поддерживает меня в не очень простое время для всех нас, ютуберов. Рада этой встрече. Следующее видео будет посвящено обуви осени-зимы 2021-2022. Как соединить низ и верх в образах. До следующих встреч. До свидания. Вы были на канале The New Woman.